Прошу встать. Бюрханов, Фомин, Дятлов, Коваленко и Лаушкин. И обеспечили согласование программы испытаний в ядерно опасном режиме с научным руководителем, главным конструктором, главным проектантом, Росатомэнергонадзором, согласовали ее с заместителем главного инженера станции по науке. Это не позволило своевременно внести соответствующие коррективы. Все работы окончили досрочно. Издаем подстанцию для подачи напряжения на главный корпус. Благодарим за высокое качество выполненных работ. Подавайте напряжение. Цене лжи, не о цене правды. Мы осторожничали, отмеряли, дозировали, а потом расплачивались. И оказалось, рассчитываться за ложь куда дороже, чем говорить правду. Говорят, на ошибках учимся. Ах, если бы. А то ведь, наверное, многие думали. И суд над виновниками аварии был объявлен открытым, но в закрытой зоне. А журналисты были допущены только в первый и последний день.